combine history. Привет, мы рады видеть вас на нашей площадке. Друзья, сегодня у нас покорители девичьих сердец. Внимание на экран. Эти трое могут похвастаться, что Мирные брали, Вилюйскую зону брали, Заречье брали. Центр тоже пал под их обаяние. Парни из группы Snow Voice, Снежный голос за год записали 7 песен, сняли 3 видеоклипа. Коллектив отметил год творческой карьеры. На сцене они легкие, лучезарные, и это результат ежедневного нелегкого труда. Продюсер Семен Чинянов не позволяет им почивать на лаврах и терять голову из-за девичьих восторгов. Сначала распевка. Мия, человек же может менять внутри голос, понимаете? Затем оттачивание танцевальных движений тоже под чутким руководством продюсера. Никаких поблажек и отмазок. Так каждый день. В творчестве, как ни парадоксально, все строго и подчинено внутренним правилам. У каждого из группы есть своя роль, своя миссия. В итоге получился симпатичный продукт якутской эстрады. Правда, есть скептики, которые считают иначе. Что нового внесет в якутскую эстраду эта группа? Какой след оставит? И оставит ли вообще? Друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с этой популярной группой. У меня, как у пессимистки, сразу появились вопросы к ним. Именно потому мы предлагаем разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – это те, кто будет поддерживать наших героев и защищать их точку зрения. Их предводителем буду я. Пессимисты подвергают сомнения мнения оптимистов. Я буду их поддерживать. И при всем этом каждая из сторон обязана аргументировать свою точку зрения, отстаивать ее и пытаться убедить противников в своей правоте. В конце программы любой участник может поменять свою точку зрения и перейти в другую группу. Прошу определиться и выбрать место в выбранной зоне. Делимся! Итак, встречаем наших героев. Снежные голоса якутской эстрады. Бойз-бенд, воспевающий любовь. Любимчики женской половины Якутии. Группа Snow Voice. Ай, я хана,
шахты быть долгой будь сюрахкин. Сыланам минильгием. Күлім от жағыл қайсы жая. Сырдата тұр оқтунен сырды. Нақтарын дәйер әқимнерге. Кәткәрі арыл қай. Дәйәғи. Үрім күн тақсар әйе қамнан. Бұмырдар ұсталар әйе қамнан. Көмісі күлімді әйе қамнан. Аплодисменты. Ребята, здравствуйте. Привет. 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 Расскажите о себе. Вам дается минута. Меня зовут Миша. Меня зовут Дархан. Меня зовут Андрей. Мы группа Snow Voice. Находимся под руководством Семена Павловича Чинянова. Студия Arctic Voice. Так, за это время мы успели записать 6 песен. Вот 7-ю только что спели. Да, и 3 клипа. Что еще? Что еще? И дебютировали мы на сцене интерактивного конкурса «Самая РЭ» в прошлом году, где получили номинацию «Открытие года». Да. Так, сюда мы пришли, чтобы пообщаться с вами, подискутировать. И мы молодая группа, мы нуждаемся в критике, и нам будет очень интересно послушать все ваши «за» и «против». Отлично. А теперь перейдем к блиц-интервью. Почему голос снежный? И чья это вообще идея назвать группу именно так? Архан. Давай. Почему снежный? Потому что мы живем в Якутии, но у нас тут очень холодно и символизирует именно снег. А голос, потому что мы поем. А придумали мы все это вместе. За столом. За столом. Да. Одним прекрасным вечером. Правда ли, что все песни из вашего репертуара написаны вашим продюсером? В основном, да. Но есть песни, где текст, к примеру, вот последняя песня, да, она была написана с Холоном Семеновым. Таких песен, наверное, штуки 3. А так, в основном, да, все пишет Семен Павлович. Угу. А какую главную цель перед вами поставил ваш продюсер? Главная наша цель – это, скорее всего, именно популяризация нашего языка якутского, потому что мы поем только на якутском языке, у молодежи. Именно у молодежи, потому что мы молодежная группа, нас слушает в основном молодежь, не секрет, да? И бывают такие ребята, которые пишут в соцсетях, что именно благодаря нашим песням они стали учить якутский язык, чтобы понимать, о чем мы поем. И думаю, в этом и заключается наша основная цель. Как вы считаете, ваш продюсер тиран? Нет. Он строгий, но справедливый. Вот да. Так вот. А как распределены обязанности внутри вашей группы? Ну, то есть, кто кем является? Сперва это проявляется в голосе, да? То есть, у нас Андрей баритон, низкий голос. Архан средний, я тенор, высокий голос. Танцы мы как бы с Арханом в основном ставим. Да. Ну, Андрей, вот Андрей. Андрей у нас. Я играю на синтезаторе. В общем, это командная работа на самом деле. И в конце с готовым танцем, да? Продуктом. Да, продуктом мы приходим к Семену. И вот он редактирует. И получается вот целостный номер. А правда ли то, что пока вы в группе, вам нельзя налить, ну, время на личную жизнь, то есть там влюбляться, жениться, и подписывали вы такой договор? Да и времени просто нет на самом деле, да ведь? У нас в основном вся жизнь, вот мы работаем, учимся, да, кто работает, да. Учится, и сразу после этого мы идем в студию. Если мы не будем сами трудиться, вот не покладая рук, то мы таких больших целей не добьемся, поэтому все свое время мы отдаем творчеству. Именно творчеству, да.
А насколько у вас заключен контракт? На 3 года. На 3 года уже прошел год, осталось 2. 2 года точно будете выступать сначала. Да? Да. Хорошо. Ну, ни для кого не секрет, что в действительности бойсбенды для юных. Ну, то есть это занятие не навсегда. А чем вы планируете заниматься после? Ну, я пойду по специально учиться, работать дальше. Горный институт. А я, наверное, все равно продолжу заниматься музыкой. Ну, конечно, буду работать и далее. Надеюсь, у меня все будет хорошо. Семья, дети, дом. И музыка всегда со мной. У меня также. Я хочу в будущем все-таки открыть свое дело. И тоже также параллельно заниматься творчеством, музыкой. В соцсетях ваши фотофанатки часто комментируют ваши фотографии таким словом «няшки». Хорошо ли быть няшками и не раздражает ли это? Ну, якутские парни, так, как правило, бруталы. Да, я тоже об этом думала. Думаю, на это ответит Андрей, наверное. Почему я-то? Няшка. Няшка. Да, в принципе, это мило, как бы, и приятно. Но когда мне говорят, что я няшка, да, я чувствую себя маленьким. Но меня называют и так малышом. Как бы я привык уже. А остальные? Как? Вам же тоже пишут. Ну, как бы это в любом случае проявление внимания, да, и это положительное внимание получается. Да. Они нам проявляют, поэтому ничего плохого в этом я не вижу. Это их эмоции, это чистые, то, искренние, они, может быть. Да, и в большей степени приятно. Итак, перед вами те, кто сегодня попытается узнать вас поближе. Это учащиеся школ и студенты. Справа от вас расположились оптимисты. Слева – пессимисты. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Оптимисты. Я пришла в эту команду, потому что я их поддерживаю, я интересуюсь их творчеством. Молодец. Пессимисты. Я на стороне пессимистов, потому что как-то скептически отношусь к такому вообще. Я считаю, что это просто популяризация какого-то, как кей-поп, вот. Я слушала снова, скажем, с самой первой песни, и они мне как бы сразу понравились, и я даже не знаю почему. И вот сама идея продвигать якутский язык с помощью творчества – это очень, не знаю, классно. Сноубойство – это такое странное явление для меня, то, что у нас популяризуется какой-то бойс-бенд, ну, то ли из Кореи, то ли из Запада, я не знаю. Но мне интересно понаблюдать, куда это дальше пойдет. Я выбрал оптимистов, потому что само понятие того, что якутский язык стал менее популярным, а русский язык более прогрессивным, то нужно как-то наш язык развивать. То, что они выбрали, весьма хороший выбор. Итак, начнем. Задавайте свои вопросы. Почему якутские исполнители не популярны в стране и в мире? Чего не хватает? Что мешает? Слушай, я думаю, все-таки это проблема в звуке. Именно, да, в качестве звука, аппаратура, сведения, мастеринг. Это очень сложные вещи. И за рубежом, на Западе, именно вот, ценится качество звука. Качество звука, материала. И поэтому, наверное, у нас есть такой некий барьер. Мы не можем пробиться туда, потому что нет качества. А языковой барьер здесь играет роль? Языковой барьер тоже, это, наверное, во вторую, второстепенно, чем качество. Нежели качество, я думаю. И потому что, например, современные песни, да, там же, вот вспомните Лил Пампа, знаете Лил Памп, рэпер? Да, многие знают, у него есть песня Gucci Gang, да? Вот. И там повторяется 2 слова всего лишь. Главное, значит, звучание, главное, грув, кач, я думаю, вот так вот. Подача, да. Подача. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. Оптимисты. Можно ли в Якутии сколотить капитал, будучи участником бойсбенда? Не знаю, это регатдрово. Да. Можно скрывать, что ли? Нет, ну... Видимо, все-таки есть, раз не можете до сих пор на него ответить. На самом деле, мы вот именно... Я не могу. Мы получаем именно столько, сколько мы работаем, в общем так. Нам хватает на карманные расходы и так далее, да? Да, мы, но... Это не основная наша цель, получается, поэтому мы не углубляемся в это.
Вот вы говорите, поете песни на якутском языке. Mm-hmm. В дальнейшем планируете петь на русском, чтобы завлечь русскую аудиторию, допустим? Мы планировали скорее не полностью на русском, да, а половину все равно ставить на якутском, а вторую половину сделать на русском, чтобы все равно наш язык... Именно в одной песне, ты имеешь в виду? Ну, пока планировали в одной песне. Пессимист, ваш вопрос. Как вы считаете, не являетесь ли вы марионетками продюсера? Именно благодаря продюсеру мы, наверное, так далеко зашли, стали настолько популярны, потому что даже просто из-за репертуара, то, что он нам делает, песни, это, наверное, одна из самых главных вещей. Да. Да. Если бы мы стартовали бы без продюсера, то мы бы далеко не ушли. Просто так. Он очень нам помогает именно вот сложить все по местам, по полочкам разложить, поэтому все намного проще. То есть без продюсера вы бы никак не поднялись сами? Ну, как сказать, это было бы самодеятельностью. Ну, получается, он нас собрал, это именно командная работа, да? Но именно в процессе очень много людей, допустим, не только продюсер, но и там стилист, звукорежиссер, менеджер. Там менеджер, очень много людей в этом задействовано, и мы добиваемся вот нашим коллективом, нашей командой именно профессионализма, наверное, да? Угу, поэтому как бы руководитель здесь обязательно. А без этого было бы, я считаю, это было бы самодеятельность. У меня еще один вопрос. Давай. Чем вы вдохновляетесь в создании своего творчества? Меня, допустим, вдохновляет гитара моя. Именно звучание именно струн. У нас есть студия Artipoise, там очень много талантливых ребят. И когда мы пришли год назад, да, мы были птенцами, да, мы были не очень умелые, мы как бы и плохо своим голосом-то владели. Поэтому, когда я смотрел на других ребят, мне хотелось так же петь. Это меня вдохновляло, как бы здравая конкуренция, что ли. Меня вдохновляют именно какие-то эмоции, может быть. Вспоминаешь первую свою любовь, да, и создаешь какие-то там мотивы, песни. Пессимисты. Как вы относитесь к тому, что вас часто сравнивают с корейскими бойсбендами? Самый часто задаваемый вопрос, наверное. Ну, в первую очередь, наверное, сравнивают, потому что мы азиаты, в первую очередь, да? Первый. Да. Группа мальчиковая. Повторяю. Танцуют. Танцуем, поем. Вот. А на самом деле у нас совершенно другая музыка от них, да? Более якутская. Более такая якутская, более душевная, якутская. Может быть. Ага. Почему я бы сказал, что у вас даже хореография похожа? Хореография она на самом деле она везде одинаковая во всем мире, на самом деле. Если посмотреть, покопаться в Ютубе, там это все одно и то же. Есть базовые движения, и с них кто-то говорит нет, да, кто-то... Основополагающее — это базовое движение, и с них, получается, выходят всякие элементы, движения, а тот же кач, например, в хип-хопе. Хорошо. Пессимисты, ваши вопросы. Почему вашей основной аудиторией являются дети 5-6 классов? Ну, не знаю, я бы не сказал, что именно 5-6 классы, да, но в основном, да, это школьный возраст у ребят, которые нас слушают. Почему? Ну, потому что мы хотим именно популяризировать у молодежи, потому что, как сказать, дальше после нас останется молодежь, и именно они будут дальше работать у нас там, в правительстве, где-то там еще. Да, и именно мы хотим, чтобы они знали свой якутский язык, свой народ, свою культуру и так далее. Хорошо. Так, оптимисты? Наверное, как получаете какое-то удовольствие от своего произведения? И ведь есть люди, которые это не нравится, которые тоже хейтят и... Говорят, типа, как так можно петь или что-то другое. Как вы на это реагируете? На хейтеров? Да. Ну, если это аргументированная критика, то... Да, если это к месту, к делу, то... Да, мы, может быть, прислушиваемся, да? А если это конкретный хейт? Хейт? Ну, не знаю, это все на самом деле субъективщина, да? И у каждого свое мнение. Вот все остаются при своих мнениях, да, просто. Оптимисты. Были ли у вас... проблемы по созданию группы и как вы с ними справлялись? По созданию группы, ну, в начале были такие небольшие недопонимания. Да. Небольшие недопонимания были, когда вот только начинали образоваться, да, знакомились друг с другом, получается. Но, не знаю, мы всегда находили какой-то компромисс, что ли, всегда выходили из ситуации. И сейчас вот эти вот ребята, они мне как братья, я даже знаю все их недостатки, что меня в них... Может, бесит даже иногда. Ну все, я не знаю. Мы привыкли друг к другу, обращаемся как братья. А в начале, конечно, да, у нас были трудности. Искали очень долго третьего, да, в самом начале, вот если заглянуть, искали третьего участника очень долго. Ну, нашли Андрея, классно. И не прогадали.
вы одеваетесь как бы очень, скажем, стильно, модно, молодежно, да? Есть ли у вас какой-то стилист, например, вот у Архана я вижу дреды, да, вот у Андрея волосы обесцвечены. То есть это была ваша идея или все-таки есть какой-то человек, который этим, скажем, управляет? На выступлениях мы вот сообща общим итогом, короче, все вводим. Хотя дреды, кстати, сделал Семен Павлович Чинянов. Он талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. Он буквально там за пару часов заплел мне дреды. Ну, на самом деле, до этого у меня тоже были. Я уже их на протяжении, наверное, 4 лет нашел, да? Mm-hmm. И вот, не знаю, мне нравятся они очень сильно. Вот Андрей, вспомни, как ты... Ну, в первое время, когда вот только начинали, мне продюсер сказал: «Андрей, блонди, иди волосы красить». Я такой: «Нет, не хочу». А потом, в итоге, мы с Мишей пошли в парикмахерскую. Самое главное, сейчас... И самому понравилось. Сейчас он не хочет возвращаться к тому, что было раньше. Ага. Пессимисты? Бывает ли у вас моральная усталость от частых выступлений, там, от репетиций? Конечно, такое бывает. У нас такое даже бывает, что в день у нас бывает по 7, по 6 выступлений, и в конце дня ты приходишь и, не знаю, ничего не хочешь делать, просто лежишь и все. Не, на самом деле, после выступления и во время выступления, наверное, вот именно аплодисменты, да, вот эмоции зрителей, они заряжают, да, больше заряжают. И в конце дня, когда я прихожу, например, я наоборот больше заряженный, нежели тем утром или днем. А сейчас мы предлагаем посмотреть видеоопрос на тему, что люди думают о группе Snow Voice. Вы знаете их молодых людей на фотографии? Нет. Про группу Snow Voice никогда не слышали? Нет. 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 Вы знаете этих молодых людей? Нет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете вот ребят на фотографии? Нет. Они певцы. Певцы, да? Молодые ребята. Вам нравится их творчество? Я их не слушаю. Некоторые очень любят их песни и слушают. А чем они нравятся? У них красивые голоса. Слышала, да, про них. Слышали, да? Угу. А что вы слышали? Песню. Песню, да? И как вам, понравилось? Да. Ну, поют, якутская. Я была в лагере «Лермаран», да, там мы с ними встретились лично. И девочкам там очень они понравились. А тебе не понравилось, да? Немного. Почему? Что вот в них тебе не понравилось? Не знаю. Я не люблю такие группы, в общем-то. А почему? Что не нравится? Необоснованная неприязнь. Я вот только вот его знаю. Это парень, который их заводит. Да. Они были в Инстаграме, у них должны были быть выступления. А как вы к их творчеству относитесь? Позитивно. Позитивно. Хорошие люди. Да? А чем они хорошие? Дарят позитив людям и хорошо поют. А что говорят ваши подруги о них? Им нравится. Они даже, по-моему, были один раз. На их концертах, да? Кажется. Новые звезды. Ну. Молодые, амбициозные, талантливые. Хорошо поют. В рекламе я видела, да, это. В рекламе вот. Видели, да? То есть, да. Группу Snow Voice слышали? Да. А как вы к таким ребятам относитесь? Ой, вообще очень даже хорошо. Мои-то ребята слушают. Вот дочка, это самое, две дочери, и это племянницы, очень даже они довольны. У них такой, знаете, прям песни такие хорошие, такие вот, как бы, молодежь. Ну, то есть существование таких групп в нашей эстраде хорошо. Да, это очень даже и приятно их прям слушать. Ну что ж, давайте обсудим наших героев. Что вам нравится и что смущает в их творчестве? Начнем с пессимистов. Во-первых, смущает сходство с кей-поп. Да, что... И вот в контракте пункт отсутствия отношений, это очень странно, как можно ставить такие условия. Мне нравится то, что вот в Якутске создали такой бойз-бенд, это как продвижение якутских песен, и вот это мне вот нравится. Ну, у вас песни тоже хорошие. Спасибо. Ну, чего пессимисты? Я не буду вас больше поддерживать. Оптимисты. Мне нравится то, что вы такие искренние, Дихай.
чукарок. Очень непривычно наблюдать такое в якутской эстраде, поэтому, наверное, меня это больше смущает. Оптимисты? А, у тебя оптимисты остались. Пессимисты? Меня смущают сами тексты, потому что все они о любви. Почему нельзя поднять другую тему? Мне кажется, что любовь — это самое сильное чувство, да, на Земле? Да, именно оно заставляет человека творить, создавать что-то новое. Это же, не знаю, что может быть лучше, чем любовь на этом свете? Любовь к семье, природе. Да, как любовь ко всему. Ко всему. Все равно везде мы проявляем любовь. Это, наверное, самое, самое частое чувство, что мы испытываем. Любовь правит миром. Как вы считаете, вот группа Snow Voice, долго ли она будет существовать, или, возможно, эта группа однодневка? Оставит ли она какой-либо след в якутской эстраде? Эта группа будет существовать долгое время, потому что, ну, как бы, дети сменяются, не знаю. Но пока будет жива молодежь, будет жива эта группа. Ну, это мое мнение. А след они оставят в истории якутской эстрады? Да, конечно. Как бы, по-моему, это первая группа, которая и поет, и танцует, и такой бейс-бенд. Интересы молодежи, они же меняются постоянно. Поэтому я не думаю, что они долго продержатся. Я считаю, что их ожидает такая же судьба, как и Злого Мамбета. Все тоже думали, что он станет популярным. Популяризация республики, якутского языка. Вот. И вот Злой Мамбет он взял и потух. Просто о нем вообще сейчас ничего не слышно. Я думаю, что, к сожалению, с вами то же самое случится. Ну, мне нравится то, что они не болеют такой болезнью, как звездная болезнь, распространенная среди звезд. И они более открыты, чем другие. Не боитесь ли вы, что кто-то из вас поймает, так сказать, звездную болезнь? Кто-то нам леща даст, наверное, да? Один. Мы не дадим этому случиться в любом случае. Либо мы, либо наш руководитель в любом случае не даст этому случиться. Ну, и вот чуть что. Там вдруг все-таки какая-то... Ну, последует серьезный разговор о поведении. Ну, самое главное, что вы сейчас уверены в том, что никто из вас звездной болезни не страдает. Да. Хорошо. Я считаю, что вы идете в правильном направлении, вас молодежь слушает. И я думаю, молодежь лучше будет слушать вас, чем Фейси. Ну, то есть вы... Хороший пример даете. Ребята, прокомментируйте, пожалуйста, вот те оценки, которые вы услышали сейчас о себе и о своем творчестве. На данный момент мы нацелены на Азию, то есть на близлежащие страны, это Казахстан, Бурятия и так далее, да? И, ну да, было бы неплохо пробиться и в центральные города нашей страны, но это, скорее всего, позже. Позже. Пока мы планируем добиться... Именно Азии, да? Да, именно Азии сейчас. Более близкие к нам народы, что ли, да, тюркские народы. Вот. А мы продержимся. Мы продержимся еще года 2-3. Это вы очень обещаете, много. Да? Да, мы обещаем. Какой оставите след в якутской эстраде? В первую очередь останутся наши песни, да? Mm-hmm. Наше творчество останется в памятях, плеерах и так далее. Нынешнее поколение вырастет и будет помнить: о, мы их слышали раньше в молодости. Когда мы были молодыми. Это, наверное, все равно считается как след. Ну и теперь ваша очередь, ребята, предложить аудитории тему для обсуждения. Кто для них герой нашего времени? Человек, который для них играет, не знаю, какую-то роль, который, как они считают, несет какой-то вклад в нашу республику и так далее. Герой, он ведь для каждого свой. И, скажем, для меня героем является абсолютно любой человек, который сделал даже не что-то героическое, что-то выдающееся, да, а тот, например, кто пришел за своей мечтой. Или, скажем, спас того же кота там или собачку. Это ведь все такие маленькие мелочи, вот, поступки. Это все очень решает человек, какой человек. И, не знаю, для меня именно герой — это тот, который... знает, кто он, и идет к своей цели. Оптимист. Мой герой — это любой человек, добрый человек, который может просто взять и пойти на улицу, убрать мусор, или уступить место пожилым, или там помочь кому-нибудь, подсказать что-нибудь. Потому что общество, оно смотрится на таких людях. Ведь если будет добро, то и будет то же самое общество.
Вы все, наверное, знаете о добровольце Антоне Васильеве, да? Который делает каждый день хорошие дела. И я считаю его моим героем, потому что его маленькие дела прирастают большие, и его начинание вызывает отклик у народа и делает наш Якутск и нашу Якутию лучше. Есть? Наверное, мой герой — это якутский поэт, то есть типа Аюнского, Кулаковского, ну потому что именно они добились в своей жизни очень многого. Ну, то есть в наше время героев нет, да? Ну, их мало. Я считаю героев тех, которые добились в своей жизни очень многого. Ага. Ну и продвинули Якутию, что ли. Я считаю героем это учителя и преподаватели и так далее. Ну, они передают свои знания другому и создают, ну, не создают, а помогают создать будущее. Хорошо, давайте вы скажете, кто является для вас героем. В общем, я соглашусь с мнениями этих ребят, потому что я считаю, что да, человек должен быть добрым герой. Он должен нести добро, он должен показывать добро народу, чтобы те этим же самым тоже хотели сделать что-то доброе. И Антон Васильев, да, для меня он герой, он очень много сделал. Он просто не требовал ни от кого ничего, он просто сделал хорошее дело. И да, о нем должны знать, это правильно. Я считаю, что Антон Васильев — герой нашего времени. Я тоже его поддерживаю. О. А сейчас наступил момент истины. Ребята, поменялось ли ваше мнение о наших героях после общения с ними? Можете поменять свою группу. Пессимист, который проникся доверием и симпатией к нашим героям, может перейти на сторону оптимистов и наоборот. Переходим. Третья пошла. Вы заметили, да, это были все девушки. Я говорю, они растаяли при виде вас. А теперь, пожалуйста, объясните, почему вы поменяли свою точку зрения. Ну, посмотрела, как вы общаетесь, то есть увидела, что вы очень искренние ребята, что очень, очень хорошие, поэтому как-то мнение поменялось, и очень хорошо относитесь к своему творчеству. Делать свое и заниматься своим любимым делом, стараться делать мир лучше. Вот что вас нравится мне. Поэтому поменяла свое мнение. Пессимисты, почему вы остались при своем мнении? Ну, как они сказали, цель их группы была популяризировать якутский язык. Цель очень хорошая, мне нравится, но она на меня никак не повлияла. Я думаю, вам надо над этим поработать. Ну, я просто такой жанр тоже музыки не слушаю, но я нейтрально, в принципе, отношусь к людям. Просто, ну, да, ваши ответы на меня тоже не особо повлияли. То есть, ну, я тем более не из Якутии, мне немножко все равно. Извините, конечно. Итак, ребята, назовите участника, который понравился вам больше всех. Нам очень понравилось то, что один из участников проявлял очень большую активность. Ну, мы, наверное, все догадались, кто это. Это девушка в красном. Хорошо. Мы приглашаем тебя подняться на подиум. Представься, как тебя зовут и где ты учишься. Меня зовут Сивт Своигулана. Я из СФУ, из ФИР. Второй курс японской отделения. Такой небольшой сувенир, календарь. Вот, смотри и не путайся, не путайся в датах. Спасибо. А сейчас группа Snow Voice подарит вам свою песню. Сюрпин, 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 сюрпин
Очень сильно понравилось. Да, было очень круто. Ожидали более... Больше критики, на самом деле, мы ожидали. Мы готовились основательно. Да. Волновались, но в целом, я думаю, прошло очень... Круто. Душевно, что ли, даже. Плавно, очень. Душевно. Ну да, и нужную критику мы тоже услышали. Будем из этого делать выводы, будем работать дальше и... Спасибо вам, что пригласили. Ребята классные. Да, всем спасибо. Да, спасибо большое.